На поле команды Русал и Лайбрук. Отличные команды, мы помним, еще по прошлому сезону. Яркий спортивный коллектив, который умеет добиваться самых высоких результатов. Противостояние Русала и Инлайна в прошлом сезоне нам заполнилось. И в этом сезоне освежает память нам гол Русал, который забит уже на первой минуте матча. Русал сразу заметные проблемы определенные с составом. Ни одного человека на скамейке нет. Но у Инлайн ситуация не намного лучше, только один запасной. Два. Один вратарь, один полевой игрок. Андрей, слышишь меня? Ну, вряд ли человека могут позволить реально ротировать состав. Ну что ж, вторая минута матча получается не такой насыщенной, как первая. Не потребовалось долгое время Инлайну для того, чтобы оправиться после пропущенного мяча. Начали мы говорить про отсутствующих в составе этой команды, бросается в глаза отсутствие основного вратаря. Вратарь Метлайфер далеко от ворот вышел и зрячую передачу делал. Вратарь Инлайн. Чуть было не оговорил. Отбросал, не ошибка в передаче. Да. Игра руками за пределами штрафной площадки. Тайм-аут берет Инлайн. Сейчас-то пол. Да, выкатывался с мячом.
Специально играют. В любом случае. Иногда и красный. Ну как, да. Явная возможность. По ней решение зависит. Вернулись команды на поле, но ничего не показало. Стандарта, здесь приходится палить. Нарушение правил на желтую карточку, срыв атаки. Забрал самый мяч под свой контроль. И, последние минуты три просто штурмует ворот соперника. Чистый отбор. Показывал, что практически некому делать передачу. Этот пас не прошел. Подбор за Русалом. Очень мало свободных зон здесь, и разбежаться. А что остается делать, если не разбежаться? Делать передачу, но тоже все зоны перекрыты. Добивание от Русал. Чуть назад, Андрей, Саня, дойди от него!
Минуты 10 секунд до перерыва. Абсолютно равная игра, если исключить с памяти. Самое главное с того первый, пока единственный забитый мяч, что как тут кому-то отдать предпочтение. Ну, наверное, общее впечатление лучше оставляет иной. Больше контролирует мяч, больше моментов создает. Ну а Русал вот успокоился, выйдет вперед. И, кстати, появился у команды основной голкипер. Лёха, блок, Саня, блок! Хорош! Градак Русал, то, чего они ждали весь тайм. Гол и еще одна желтая карточка. Тайм-аут берет Русал, но не успевает взять. Ложим, значит, на следующий второй тайм. Вот мы снижаем вашу пацану. Второй тайм. Все так же мы видим на поле Русал и Inline Group. Русал ведет 1-0. Удалось спустя 40 секунд после стартового свистка открыть счет. И вот это преимущество удерживают они. Приходится играть преимущественно у своих ворот, но отбиваются спустя атаку. Арбитр призывает команду Русал скорее вводить мяч в игру, не тянуть время. Ну а если и тянуть, то не так явно. Отойди, Юра, уйди! Серега, счет, Хороший зрячий пас. Юра, сели! Юра, сели! Своих ворот начинает атаку Inline, но сразу же проблемы при переходе через центр поля. Юра, браво, Юра! Первая, наверное, серьезная возникла у ворот Русала. Но отбились. Как правило, сам футбол наказывает команды за пассивность. И если Русал все-таки начнет действовать самостоятельно, то, скорее всего, такое возмездие все-таки настигнет Русал. Нарушение правил. Два-два у нас по столам. Куда? Куда? Давай, давай, давай!
Успех пришел. И вот, все-таки за пассивность наказан Русау. Ну, не то, чтобы сейчас получилась какая-то сверхъестественная контратака, скорее забитый мяч — это следствие общего давления на ворота соперника. 1-1. Равенство у нас сейчас на табло и по голам, и по голам. Пошли вперед, напрягайся. Ну и теперь уже Русау. Просто так будет отсиживаться около своей штрафной, но главное, что вряд ли это принесет успех. Потому что по такой игре даже ничья уже становится маловероятной. Никто мяча не коснулся, и ну, так по логике, да, инлайн тогда должен мяч возить. И еще один аут. Что ты спиной стоишь, я бегу. Али, спеши, Али. Я смотрю, 2 секунды оставалось. Нормально. И все спиной стоят. Быстрее. Саня, Саня. До финального свистка и в такой момент. Вопросы прошлой игры, 2 человека сломали. Ну, даже количество нарушений правил может иметь значение. Пока оно растет, то и при игре 5 полевых игроков. Очень непросто показывать индивидуальные действия, но это получается. Вместе аплодисменты дающему, пасующему игроку, который сделал голевую передачу, 2 соперников прошел. Пас какой шикарный сделал. 2-1, снова впереди Русал. Немного не точно. Подсказывает сейчас партнерам скамейки побыстрее возвращаться к собственным воротам. Атака Русал, можно бить, но попадает, но пусть чужие боятся. Так, своих бьет. И снова великолепный передач, я думал бы, да, наверное, вы хотели разыграть Русал этот момент. Минута, тайм-аут. Тайм-аут. Показывает игроки Русал, но здесь должны, да, более явно и акцентированно показывать арбитру свое намерение взять тайм-аут. Где
мочить, а где-то не можешь. Подход, подход! У тебя есть гол! Вышел мяч! Нет, мяч в поле был. Линия является неотъемлемой частью поля. Карточки надо вводить. Тайм-аут. Ввести информацию. Мы доводимся. Обсудили дальнейшие действия, вернулись на поле, призывали друг друга игроки Русала в тайм-ауте. Если можно на площадку не торопиться, спокойно катать мяч, додержать квартирный снаряд оставшиеся секунды и спокойно забрать три заслуженных очка. Удар головой, здесь не без помощи вратаря, иначе разминулся с оборотом. Али, уезжай, Али, уезжай! Не спеши, Али, не спеши! И вратарю инлайна все дальше приходится из ворот выходить, удар. Финальный свисток. 2-1. Победа «Русал».